продвигаешься, ты в ней не совершенствуешься. Как только люди хотят платить за твою работу деньги и понимают, что им не жалко отдать, например, там, за текст в журнале 160 рублей, тогда это переходит из уровня хобби в уровень профессиональный. Профессия на самом деле это что? Что ты учишься делать профессионально, чтобы потом получать деньги за качественно выполненную работу. Вот об этом сегодня все выступления как раз об этом. Научившись что-то делать профессионально, люди получают за это деньги. Но не думайте, что это так легко. Все готово, Женя? Женя нам что-то прям готовит какие-то видео. Все. Будут красивые девушки. Ну, может быть.